О, это принцесса! Реально! Я нашел принцессу, офигеть! О, Рок! Принцессу продырявили! Привет, ребята! С вами Моби Ким, продолжаем проходить страшную сказку Creepy Tale 2. И мы сегодня отправимся вот сюда, шаг в неизведанное. У нас называется глава, и сегодня у нас объявится какая-то девчуля. То ли это принцесса, которую потерял король, то ли это та самая главная, которая нашу сестру поработила. Так, ну что ж, вот у нас колодец, где мы угукаем. Мне кажется, рано или поздно этот колодец нам пригодится. Погнали. В какой-то шалаш. О, ты чё? Чего они там, смотри, роют что-то? А, чувак, держись! Она заметила, да? Нет. Что-то пальцем тыкала. Что пальцем тыкала? Девочка с монстром на охоте. Бедный зверек забился в норку. Я должен ему помочь. Конечно. А если мы кинем этот камень в колодец? Ой, там какой-то... Что там за зверек такой у нас? Что мы можем сделать? Как можем помочь? О, это принцесса! Реально! Я нашел принцессу, офигеть! Погнали. О, у нас ножичек есть здесь. Мы, скорее всего, лампочку должны сейчас эту срезать, да? Девочка с монстром, окей. Эть. О, прям на монстра! А что, он загорится или что? А, нет, типа, просто упал камень. Не переживай, все хорошо. И пошли они туда. То есть они меня не заметили, я спрятался, типа. Так, девчуля что-то с игрушкой какой-то играет. Ну а ты-то иди. Что ты встал тут? Что у нас тут? А можем спуститься с девчулей поговорить, она же у нас без охраны. Давай, снимай корону. Оу! Ну все, кирдык. А у него вместо глаз эти камни получаются, да? Что ж делать, что ж делать? Погнали, у нас тут еще ветка есть, смотри. Эту фигню мы не можем никак срезать. Грибочки у нас тут есть возможность собрать. А, они не грибочки. Блин, мне бы ножик достать. Да я не успеваю. И что? Мы только по дереву можем ходить? Так, давай-давай, скорее. Давай. Опа. Ой, она только зазвонила своим этим... Ай, каким-то клоуном, или как его обозвать-то, шутом, и все. О. На ветке протертое место. И о чем тебе это говорит, чувак? Может, кувшин здесь при каких-то делах, не знаю. Разрежем ветку. Нет. Туда-сюда какой-то корыто. Веревка. Здесь по-любому кто-то вешался, наверное. Что-то здесь навечно застрял. Эй, вали отсюда. Что ж делать-то? Может, наверх можно? Блин, нельзя. Да ну ё-моё. Наверное, нужно за ним пойти в другую сторону и посмотреть, что там есть. Потому что она отворачивается. Надо, короче, вслед за ним пойти. Правда, я не знаю, докуда он там идет. Так, девчуля. Я не к тебе, извиняй. Так. Слишком близко подходить не будем. Вот веревка. Веревка примотана к дереву. Крайне хитрым узлом. Ты прикалываешься, что ли? Надо срезать, короче. Он идет дальше кустов и все. Или когда он сюда подходит к норе к этой, возможно, в тот момент. Так, давай. Срезаем. И погнали скорее. Погнали, 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 погнали. О, успел. Что, вот сюда мы тогда веревку-то вешаем, что ли? Зачем это надо было, чувак? Что-то я не понял вообще.
Там наверх ступеньки идут, я думаю. Непонятненько. Что мне с этой веревкой делать теперь? Лё. Чё-то шестеренки прокрутились, но ничего не произошло. Я думал, чувака этого будем спасать. Но, видимо, нет. Так, может, вот сейчас? Зачем эти шестеренки? Так, кусты какие-то. Ой, спрятаться могу. Супер. Но дальше, скорее всего, я не смогу туда уйти, в туман. Да, долго он там стоит у нас. Странная лодка, и весел нет. Да потому что этот чувак гребет. Потому она и странная. А может девчуле показать портрет, и она, это, очнется? Ничего страшного тут она еще дает. Караулит, короче, ходит этот рогатый. Что за конструкция такая? Что за прикол? И как это вообще работает? Зачем это надо? На башку молодец, что ли? Не, никак. А, во! Опустить ему на башку все-таки надо, да. О, Рок! Принцессу продырявили! Офигеть! Так, ну мы диадему, давай диадему заберем, а? Ну и понятно же, что это она. Маленькая принцесса. Вот я ее и нашел. Ты ее завалил только что. Мои руки в крови. Опять. Был ли шанс спасти тебя? Ой, ты балбесина. Так у нас здесь маньячелло, так оказывается, мы. Элли в опасности. Если девочки охотятся в лесу, они сами могут стать жертвой. Я должен спешить. Да, жертвой таких маньяков, как ты, блин. Ну что, Рок хотя бы вытащи. Диадему давай заберем, чувак. Так, бабочка летает, смотри. Ой, ну ладно. Пообщаемся с енотом. Спасибо тебе, мальчик. Я не хотел, это безумие. Главное, что мы живы. Поймать меня пытаются уже не первый раз. Но в нашем лесу теперь господствует закон джунглей. Либо ты, либо тебя. Больше они не застанут, и я не врасплох. Что думаешь насчет капканов? Думаю, теперь им лучше сюда не соваться. Да, здесь у нас отламыватель рогов появился, блин. Так, чувак, ты мне ничего не хочешь дать? А? Ой, балбесы, балбесы. Ellie is in danger. Понятно. Ну что, в лодку-то сможем залезть Strange теперь, boat. Нет? Strange boat. Серьезно? То есть мы не можем ни в лодку залезть? Как бы у меня все на этом. Мои варианты. Может в лампочку поймать эту бабочку? О, смотри, подошел. Что ты хочешь выдернуть? Мне нужно переправиться через реку. Это твоя лодка у берега? Да нет, конечно, чувак, ты не видел, что ли? Лодка? Нет, она принадлежит реке. Как же мне переплыть на другой берег? Там нет весел. Лодка, как и сама речка, заколдованные. Чтобы переплыть ее, ты должен принести что-нибудь в дар. Диадема. Диадема в дар. Ой, тело. Серьезно. Завалили девчулю, и сейчас ее будем топить. Избавляемся от трупа. Офигеть. И она младше нас, получается, сколько? Лет 7? Пипец. Вот это дело. Все. Плыви. Ну, поплакать, конечно же. Над речкой надо постоять.
Сейчас река ее заберет. Опа, утонула. А-а-а, смотри что. Активировалась лодка у нас. Управлять мы ей и не имеем права. Че, мы далеко плывем-то? Речка широкая, видимо. Приближаемся. О-о-о, сейчас какой-нибудь замок здесь. А что вообще у нас на деревьях происходит? Это есть замок этой девчули? Маленькое зло, которое? Прикольно. Фига себе деревце. А мы просто проплыли, что ли? А тормознуться... А, нет, окей. Сова какая-то. А вот я. Причалили. Что будем делать, чувак? Косоглазый фильм какой-то. Ты говорить не умеешь? Ой, еще более одноглазый филин. Рад приветствовать, странник моей скромной обители. А, это типа мы мимо проплывали, то есть можно дальше проплыть. Это, оказывается, не логово маленького зла, да, получается? Полагаю, вы сильно устали с дороги и желаете отдохнуть. Прошу за мной, сейчас нас захотят сожрать. Стопудово. Спасибо, вы очень добры, но я сильно спешу. Прошу простить за мое любопытство, но позвольте узнать, куда же вы так торопитесь? Я должен найти пещеру и спасти мою сестренку. Злой дух захватил ее разум. Полагаю, вы ищете пещеру, расположенную на Кровавом острове, по соседству с нашим. Вы знаете где-то? Прошу, укажите мне путь. Только отчаянный искатель смерти отправится в этом направлении. Путь туда не близкий, к тому же спокойная река сменяется нечистотами, кишащими нечистью. Да, масло масляное, блин. Буду рад помочь. Боюсь только, что преодолеть такое плавание вы сможете лишь после здорового и крепкого сна. Отдохните, юноша, а после мы снарядим вас всем необходимым и отправим на нашей лучшей лодке. Люди так редко приплывают к нам на остров, а мы буквально нуждаемся в вашем обществе, как вы в воздухе. Вам воздух типа не нужен, да? Проявите милосердие, проведите с нами несколько часов. Думаю, мне и правда стоит отдохнуть, спасибо. Прошу за мной, наверх, я отведу вас в лучшую комнату. Ой, сейчас будет какая-то жесть, ребятки. Прям по-любому. О, здесь смотри, сколько всего. Располагайтесь, я пока велю подготовить лодку. Внизу какие-то штуки у нас там. Что это такое, зеленая какая-то фигня? Еще раз спасибо, отдохну немножко и в путь. Как пожелаете, отдыхайте, юноша, крепких снов. Ой, там, смотри, шипастые какие-то эти стены. Оу, ловец снов, типа. Он из нас высасывает душу. Или он нам сейчас сон какой-нибудь приснит. Да. Мы во сне. Ууу. Че это чё за ёжик в тумане, блин? Лошадка! Что за дичь? Так, куда идем? Пошли наверх. О, смотри, какую-то штуку нашел. Так, что это? Давай. У! Лопнула. Какая-то кровавая. Кровавая штука. Вот сюда. Идем на свет. Ой. Сова нас пугает что-то шумами какими-то. Наверное, надо лопнуть все вот эти фиговины. Что это такое? Гриб какой-то красный. Не вижу красного света. О, опять сова. Значит, мы, наверное, где-то рядом? Или это просто так? Жути нагоняет на нас. Вижу. Ну что, сколько можно-то? Давай. О, еще. Все, не вывезли. Нагрузки на мозг. Так, а что надо делать-то?
Может, мне надо их обходить, ну их нафиг. То есть 3 раза он за бошку схватится, и все, хана. Одноглазый появился. Не трогаем эти красные штуки. Куда идем? Зачем идем? Непонятно. Где-то рядом. О, к ним близко нельзя подходить, к этим красным, потому что у нас вот этот шум появляется. 3 раза у нас башка заболит, и все, и нам хана. Где-то вода течет. Внизу. Подходим, красные. Блин, что мы ищем? Нет, вообще не влияет никак. Что надо сделать-то в этом сне дурацком? Или может наоборот, когда мы возле этой штуки, нам не страшно, головная боль это? Нет. Чё-то я не пойму никак прикола. Ну, ладно, ребят, наверное, на этом сегодня закончим. Чё-то какая-то фигня странная в тумане здесь происходит. Но в следующий раз будем разбираться. А на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Ну а с вами был Мобик. До новых встреч. Пока-пока.